разбирали на теории игру соперника и уже в течение недели подстроили тренировки, чтобы лучше готовиться. А настроение, ну, конечно, следующий день после предыдущей игры такое было, но уже нет времени думать об этом, и надо уже на следующие игры настраиваться и играть. Наверное, особое внимание для вас, как для центрального защитника, будет, скажем так, острое нападение в Орске, очень высокие нападающие, тяжело с ними бороться. Да, хорошая команда, у них физически очень сильные футболисты, еще есть несколько очень техничных, которые индивидуально обостряют, но я думаю, акцент у них будет на длинные передачи и на подбор, и надо с этим как-то справиться. Вчера вроде бы как у Тараса Степаненко был день рождения, как-то поздравила команда? Тарас сам себя поздравил, торт принес, и мы ему лимонады подарили, и все. Сладкий стол. Да, да. Давид, ну вот, может быть, я не знаю, тут странно виднее, у Шахтера в последнее время просто беда с подачами угловых, я имею в виду, как ваши подачи. То есть в двух играх с Динамо, в Суперкубке, вот недавний, 16 угловых подали, вообще ничего, ноль опасностей. Как-то тренерский штаб на это внимание обращает, хоть как-то отрабатываете угловые? Ну, конечно, конечно, на все детали обращаются внимание, особенно вот стандарты вы сказали. Был разговор с тренерами, и было внимание на этом, и будем отрабатывать, я думаю, лучше, чтобы уже улучшать результаты именно со стандартов. Еще вопрос. Витя так и не признался, почему подстригся? Не знаю, но не скажу. Проиграл спор. Вот-вот-вот. У меня был, мне кажется, они все-таки говорят, что они дружат с Бесединым. Возможно, они поспорили перед матчем, кто проигрывает. Может быть, но он спор проиграл из-за этого. Все понятно. Я так и понял, что это спор. Хорошо, спасибо. Ну, а я ко мне гостель новый. Не очень, честно. Ужасно. Ну, не буду же врать, ужасно. Уже спрашивали Олега Данченко, на ваш взгляд, самый опасный игрок, кого можете в линии атаки в Орск выделить? Кабахидзе, да, обязательно. Потому что... Да, и это тоже, но если объективно смотреть, он самый опасный из Коломойца, но Коломойц пропускает игру, и я думаю, что от Кабахидзе стоит ждать больше всех опасностей. С ним, возможно, персонально кто-то будет играть? Нет, мы от своей игры не отходим, то есть у нас есть определенная тактика, неважно, кто там играет, просто ну, надо знать, у кого какие качества, и уже подстраиваться под них чуть-чуть. Сегодня две команды играют в Еврокубках украинских, планируете там смотреть матчи, какие ваши прогнозы? Ну, мои прогнозы, я всегда рад, если украинская команда выигрывает в Еврокубках именно, и сегодня буду болеть за Зарю и за Динамо, как буду болеть за Украину. Фу, Мариуполь. И за Динамо тоже Еврокубка? Ну, конечно, это престиж Украины, это очки те же. И просто ну, приятно, если Украина набирает очки, уже две команды или три команды будут выходить в Лигу чемпионов и представлять Европу.